Всем привет, мои хорошие! У меня сегодня будет распаковка, я уже выняла из коробок и просто покажу вам уже, как буду разворачивать сами растения. Итак, у меня здесь два поставщика, все как всегда, все ссылочки в описании, здесь будут дубли, я без дублей не могу. Я тут уже немножко их подковыряла, подперепутывала, пока складывала. Ну вот сейчас вот. Итак, поехали. Вот такая прелесть. Миниатюрка. Я вообще люблю заказывать более крупные. В размере 2,5, 3,5. Но иногда это зависит не от меня, а от того, что предлагает поставщик. В общем, вот такая мимимишная миниатюрная прелесть. Я взяла их у одного продавца две, а потом подумала, что две мне мало. Мне надо больше. Потому что я хочу, чтобы у меня было две штучки. Вот, поэтому на всякий случай я взяла их три. Так. Сразу скажу, у этих продавцов хорошо, приходит сухое. Стаканчик там остался, бог с ним. Тоже такая мимимишная радость, мимимишная прелесть. Замечательная. И это варигатный амабилис. Сейчас я уже и от другого поставщика нашуршу. Да, вот он. Покажу. Они, ой, от другого поставщика, от другого продавца. Поставщик один. По наклеечке уже все поняли, это Микки. Вот. Тоже вот такой амабилис. Не все придут такие маленькие, это ничего страшного. Они в таком размере и были заявлены. Амабилис — это видовой фаленопсис, дикий-дикий товарищ. И ну, мне хотелось опять-таки, как всегда, что-нибудь эдакое. Просто не хотелось, просто амабилисы были в продаже. Но вот я хотела именно варигатный или амабилис с какой-нибудь интересной приписочкой, с какого-нибудь региона, где он произрастает и дает какую-то специфическую особенность в своем цветке. Так, и вот еще вот такая прелесть. Это шиллериана на гигантею. Листья шикарные. Я уже показывала, я такую брала у другого продавца, она первая приехала, и очень он мне понравился. Я взяла себе дубль. Вот еще в другом местечке. Красавчик. Честно, я в восторге. Новый листик. Все очень сухое, все замечательное. Все классное. Так, едем дальше. Так, с одним продавцом закончили. Переходим к другому. Так. Вот такая прелесть. И смотрим, здесь у нас подписаны горшочки. Это Яфон купит. Такая мелочь. А тут, честно скажу, я рассчитывала, что он будет побольше. Хотя, да, я видела размер горшочка. Я понимала, но, в принципе, это не крупный сортик. Это гибрид, очень красивый. Поэтому будем растить это чудо. Так, тут уже что-то побольше, что-то поинтереснее. Так. Оп. Покажись, покажись. Ага, на скотч приклеился. Так, вот такое чудо. Ага, сюрприз для меня, я забыла. Это тоже шиллериана гигантея. Вот это я их себе набрала, так ждала. Набрала. Честно говоря, я забыла про вот эту. Вот честно. Блин, и хоть я записываю, у меня есть табличка, все там указано, перекрестные ссылки сделаны. Но я так хотела этот фаленопсис, что я забыла. И у меня теперь их три. Ну что ж, посмотрим, как будут расти. Будет или шикарнейшая групповая посадка, или будет продажа. Посмотрим, как оно будет, но в любом случае пока ращу и жду цветения. До цветения продавать вряд ли буду, подожду, пока процветет. Кстати, заказы эти прям есть
Некоторых я участвовала, по-моему, даже осенью. Один заказик свеженький, вот прям вот-вот. А эти уже зимние, осенние, 300 лет назад оплачены. И, наконец-то, я дождалась. И это Giga King. А, шикарные желтые цветы у Giga King. А, пожалуй, к Giga King и iPhone Cupid стоит ставить фотографии, поэтому... Ну, магия кино. Вы уже увидели фото Cupid. А Giga King... Видите фотографии сейчас. Кстати, вот Шиллериана Гигантея, из-за того, что это гибрид двух видовых, то есть первичный гибрид, очень нет такого закрепленного прямо цветения, очень разнообразные будут они по цветам, даже в одном посеве безумно разнообразные. А если мы еще и берем разные посевы, где могут участвовать разные гигантеи, разные шиллерианы, то это вообще просто неимоверное разнообразие. Получается, ух, цветов, окраски, поэтому это всегда очень интересно. Такие первичные гибриды, это всегда очень неожиданные результаты могут быть. Да, а вот если вы хотите именно тот цветок, то для этого есть гибриды уже устоявшиеся, с семенами, у которых определенное цветение, за которое их ценят, и вы точно берете то, что берете. Ну и, конечно же, если вы хотите первичный гибрид с определенным цветением, то тут вам надо покупать или цветущий, или уже цвевший, то есть тот, у кого подтверждено цветение. Так, тут я уже быстренько показала. Это Young Blue. Такой гибридик. Красавчик, листья классные, мне нравится. Вот цвет такой салатовый. Очень приятно посравнивать, вот смотрите. Видите, какие разные зеленые они бывают. А вот этот еще темнее. Это, конечно, очень классно. И даже из таких зелененьких можно себе красивую собрать подборочку, где они все время будут разные. Не однотонная зеленая масса. Так, ой, тут у меня с корешулечками через дырочки. Так. Вот такая прелесть. Ух ты. Там, вон, смотрите. Вот этот цветоносик уже был, да? А вот этот цветоносик, видите, какой он беленький? Он вырос, скорее всего, уже в пути, в коробке. Поэтому он такой обесцвеченный. Но он со временем наберет цвет, как только попадет под лампы. Будет очень круто. Вот такая штучка. И это Стюартиана Нобили. А, Нобили на грин. Вот такая вот я заказала себе. Думаю, просто Нобили у меня есть. Не могла я просто так Нобили заказать. Да, это Нобили грин. Ну что ж, посмотрим. Цветение обещается очень интересное. Посмотрим, что из этого получится. Все, на этом все. Да, я что-то уже разошлась, разогналась. Думаю, сейчас еще раз спакуем. Нет, на этом закончилось. Так, вот такие прелести мне наприезжали. Сейчас мы буду их потихоньку отпаивать. Обязательно дам антистрессовый препарат, побрызгаю. И как только они наберутся, хорошо водички, постепенно за несколько дней корешки позеленеют, станут эластичными, все восстановится у них. А я организую им пересадку в кору, как всегда я делаю. Вот такие прелестные прелести ко мне доехали, очень приятно. На этом буду заканчивать. Большое всем спасибо за просмотр, спасибо всем, кто досматривает видео до конца. Сейчас уже появится много, или уже появилось, наверное, много разных ссылочек от YouTube на мои другие видео и плейлисты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии, делитесь этим видео с друзьями в группах или где вам удобно. Спасибо вам огромнейшее всем за поддержку и всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока!